Welcome, welcome, welcome. Ну что, ребят, у нас Cloud9 versus Envy. Последняя неделя первого круга. Кто не понимает, на этой неделе заканчивается первый круг. 10 команд у нас, пятая неделя. С каждой командой, получается, сыграют. Ну, в неделю по два матча, получается, и с каждой командой как раз-таки сыграют. Ну, вот Cloud9 еще не играли с Envy. Envy — это уникальная команда, это бывшие ТДКшники. По сути, распались они, как и Ренегаты, потому что был общий спонсор, общий, точнее, менеджер, а не спонсор. Спонсоры это как раз-таки вообще не были объявлены, в этом был весь конфликт, то, что был один менеджер, не было разных спонсоров, ну, короче, там какие-то конфликты. Всех их спалила девчонка по имени Ремилия, из-за нее все это и началось. Ну, не об этом, не об этом. Игроки никуда не пропали. Это та команда, где Алексич является заменой. Он на замене сидит, воду подает Нинджи. Проксин. Джанглер неплохой, из Чалика. Играл в прошлом сезоне как раз в Challenger команде. Именно тоже в ТДК, по-моему, даже несколько ЛКС матчей отыграл на замене в Ренегатах. Но я насчет этого не помню. И Сират. Вот это, наверное, единственное... игрок, который у них звезда. Вообще команда Envy уникальна тем, что у них никто не является никем. Вот честно, каждый игрок из этой линии, он не является даже топ-3 игроком своей линии на чемпионате. Нинджа настолько посредственный мидер, что просто ужас. Он там в топ-5 попадает. Проксим посредственный джанглер, там топ-4, топ-5. Сират, ну вот он в топ-3, наверное, может попасть, может. Лот, хороший КДА, огромное количество отсутствия kill participation, так себе фарм. Ну, в общем, так себе адекерри, скажем прямо. И нет уникальных пиков, ради которых можно было бы ломать голову, а может, стоит это забанить, а нет. Ну и Хакука, вы помните этого саппорта. Я не знаю, левой рукой Смути или Банифуфу может играть, и сыграет лучше, чем этот парниша. Но вместе... они терпят как-то. Воплощение такое, знаете, CLG-EU, которая потом превратилась в Альянс, да, по-моему, Альянс они потом назывались. В общем, команда терпил. А, ну и SK Gaming, конечно же, терпил. Не обладая хорошим скиллом, они пытаются засталить игру. Они постоянно пытаются играть через сильных мидгейм с выходом в лейтгейм чемпионами. Вот такие их идеи. И, как видите, это пока дает свои результаты. Они 5 побед одержали, одно поражение. Поражение как раз-таки было от Immortal, от команды, которая не прощает такие команды, которые пытаются отсидеться. И сегодня им играть с Cloud9-ами, а завтра им играть с TSM-ами. И на этом для них круг заканчивается. Конечно же, хотелось бы, чтобы для них закончился он 5-3, но посмотрим, что будут пикать Cloud9-ы. Cloud9-ы играют через Смути в этот раз, не с Банифуфу начали. Удивительно, на прошлой неделе с Банифуфу вроде начинали. Может быть, ну, я уверен, что они опять заменят саппорта после игры, вне зависимости от того, победят или проиграют. И опять выбирают Шена для импакта. А Метеос у нас будет на Рексайке. Плюс, так как Смути у нас показывал, что у него пул саппортов чуть-чуть шире, чем у Банифуфа, хотя у Банифуфа зато есть трэш, они пикнули нами, не показав еще ни одного керри, я имею в виду Cloud9. А команда Envy, в общем-то, стандартные, вот как раз лейтгейм чемпионы. Посмотрите, мидгейм есть? Есть тут Карма для мидгейма, Люциан для мидгейма, Грейвс для мидгейма. Ну и в лейт эти чемпионы тоже хорошо выходят. Ну и пикнут как контрпик Нинджа, чтобы не быть загнобленным на линии. По поводу банов, Cloud9 забанили Нидали, потому что собирались пикать Рексайку. Трандл, потому что Шен, Лиссандра, потому что, наверное, не очень годится Cloud9 играть против Лиссандры, нету жесткой контры к ней, и, ну, просто как first ban, почему бы и нет. А у Envy баны ярко направлены были на Дженсона, очень ярко направлены, посмотрите. Ну и Дженсон сейчас думает, какого чемпиона, ну, нужно либо... Ну, учитывая, что есть уже танк, хиллер и Шен, который тоже является танком, я бы пикнул что-нибудь по лид-геймовей. Ну, любопытный ход. Дженсен на Кассиопее и Сникки у нас на Аше. Но если Сникки на Аше
мы уже с вами видели, и это вообще один из номинальных его чемпионов. Так, как бы это для нас не новость. Хоть она там и менялась много раз, но он понимает, для чего этот чемпион пикается. То вот Кассиопея Дженсона мы не видели, видимо, неделя не прошла даром. Напомню, что на прошлой неделе Cloud9 проиграли один матч, одну карту именно Кассиопея, потому что в лейтгейме она нанесла 64% урона своей команды. То есть она в сумме нанесла 64, а как бы понимаете, что в мидгейме, скорее всего, Кассиопея наравне там наносила со всей командой, 30% урона от нее шло. То есть в лейте, по сути, она, наверное, передамаживала всю свою команду в 90%. То есть она там наносила 10 тысяч урона, в то время как ее Адекери и остальные игроки вместе там 2-3 тысячи урона. А она там 10. Вот примерно так, такая, наверное, арифметика там была. Потому что, иначе я не знаю, как она набрала 64% урона своей команды в сумме. И Дженсен решил на ней сыграть. Жесткий крауд-контрол у команды Cloud9 и очень сильный лейт. Я, извините, не обратил внимания, что пикнули Envy на контрпик Кассиопеи. Это будет... это будет Карма? А Браума они пикнули как саппорта? Любопытный ход. Ну что ж, посмотрим. Карма, да? Угу. Что с CLG? CLG себя потеряли. Не знаю, что с ними случилось, но вообще не показывает свою игру. Хухи отыгрывает худший сезон, и я не удивлюсь, что его могут в межсезонье, не в межсезонье, а вот этом вот, где-то по центру его просто выкинуть из команды и взять кого-то другого. Я действительно не удивлюсь, что такое произойдет. Он сейчас один из самых худших мидеров. Отвратительная попытка играть через Даршана, которая не увенчается успехом постоянно, потому что Даршан хоть и пикает керри своих чемпионов, но джанглер X-Mitty вместе с мидером настолько сильно проигрывают мидгейм, что это все настолько идет снежным комом, что топер ничего делать не может. То есть либо им надо поменять стиль и начать играть как-то, от своего адекерри. Тяжело, очень тяжело. Не получается у них, что происходит. Мета не зашла, давайте скажем так. Мета для них не зашла. Это еще связано с тем, что и Даршан, и Хухи не могут играть этих чемпионов, которых играют остальные. То есть им свободно можно отдавать Райза, свободно Свейна можно отдавать, свободно можно отдавать, кто у нас там, Владимира. И ничего не боятся. Азира можно отдавать, Хухи вообще не умеет на Азире играть. То есть как бы... когда такая вот проблема идет, она, понимаете, к чему и приводит. Не говоря о том, что X-Mitty из тех метовых джанглеров, которые есть, X-Mitty там только полтора может сыграть хорошо. Дженсен на рекол пойдет, скорее всего. Он попытается, наверное, Карма еще раз ему отменить. Рекол оббегает, и Дженсен получает просто хила от X-Mitty и возвращается на линию тогда так. X-Mitty 5 ability power, ничего страшного. Вот что я хотел увидеть, да. Thunderlord, любопытно. Так на все остальное, ожидаемо. Кроме Ninja. Ninja играет с Deathfire, не Thunderlord. И Грейс, кстати, почему-то играет с Thunderlord, а не с 300 хп. Это очень хорошая новость для команды Cloud9. Потому что Грейс в лейте будет менее танковый, да и в мидгейме будет менее танковый. А урон это больше он не начнет наносить от этого. Ведь Thunderlord этим и хорош, что его собирают для ассасинов, чтобы ты делал ваншот. Ваншот он делать не будет, и, следовательно, Thunderlord его будет не прокать дальше. Ну что ж, второй левел получил с Ники. Начинали Cloud9 с големов. В ответ Envy начинали с жабы. Все по-честному. Смути в наглую, зная, что у Хакука нет кушки. Ну, я промахнулся. Пошел давать ему автоатаку. И если подойдет ближе лот, он даст W, который отскочит. Похиляет его, отскочит и нанесет урон. Хороший ход. Нам будет показывать, наверное, долго этот ботлейн, потому что здесь у нас очень любят поиграть Cloud9. Они не боятся идти в размены, не боятся устраивать настоящие баталии. Это вам не скучные ботлейны, которые во многих матчах мы с вами можем наблюдать. Что касается Дженсена, я думаю, здесь долго мы не увидим никакого экшена, вплоть до 6-го левела. И основная задача, которая будет сейчас перед собой ставить Метеос, это не дать Проксину уйти вперед по фарму.
Видите, Метиус забодал этого краба для того, чтобы прикрыть пушащего Смути вместе со Снеки. И Смути даже думал выйти на мид, но понял, что это все бессмысленно, и возвращается тогда назад. Что у нас на топе? На топе Импакт неплохо так урона нанес, кстати говоря, по Серату. Но он еще не шестой левел. Думаю, на шестом-то у него будет все хорошо. И самое обидное для Cloud9, то, что надо будет как-то крутить эту игру вокруг мидера и топера, потому что Шен будет собирать Магресс, и нужно будет вот здесь вот как-то вот этот момент уловить очень хорошо. Если попытается Шен поехать вниз, то там он, скорее всего, встретится с тем же самым Грейвсом, который АД урон наносит, и Лот на Люциане тоже АД урон, а у Шена к этому моменту ни хрена не будет. Ну, вряд ли он будет сейчас до конца Санфайр доделать. Скорее всего, он сделает Синдерхалк, первую часть Санфайра, и после этого плавный переход в Магреску. Ну, посмотрим, может быть, даже как-то по-другому. Дженсен получает себе синий баф, чуть-чуть по опыту еще уходит вперед. На линии он ничего не теряет. Я смотрю, тут ровно все мопцы и остались. Передних он не потерял, а задний, ну вот он заласкитить его не сможет. Начинает тут немножко поддамаживать Сират, но, как видите, Шену по барабану, под щитком он пока выдерживает. Любопытно, что ни одна из команд не пошла на свапы. Ну, Envy скорее должны были идти на свап, потому что, ну, во-первых, у них линии слабее, и, во-вторых, Грейвс, ну, так себе фолловер гангов. То есть, если Прексайка смогла придумать какие-то хорошие ганги, блин, как классно здесь все залосхичено было. О, Метиус увидел Проксина и отступает. А тем временем Импак нападает на Серата и каким-то образом даже выхиливается об него же. Вместо того, чтобы терять урон. Такое впечатление, что даже Шен немножко контрит этого чемпиона, но это скорее просто очень хорошая игра от Импакта. Ношение, и как видите, у него 33 фарма на 20, и он сейчас будет Серату мешать. Серата неудачно линия встала, у него потом 3 пака задних мопсов подойдет под вышку, это очень неприятно. А если он сейчас потратит свою ворона, чтобы ласхитить, то Шен просто сможет подойти, начать его таунтить и дамажить, и против этого будет очень сложно бороться. Тауэрдайв, конечно, никто организовывать не будет. И пошел Импакт на рекол. Вот сейчас пытается Сират, но здесь будет очень тяжело сейчас заласхитить. Можете даже посчитать, там еще 6 мопцов. Осталось 33 должно быть после того, как вейв закончится. Ну, вот посмотрим, сколько. 29, 30. Ну, судя, вот 30. Трех потерял, видите. Правда, Шен, зная, что у него есть телепорт, срекорился, купил себе Магреску. И сразу же прилетел на линию. Если Сират потратит свой телепорт, то у Шена будет преимущество ульты. И, соответственно, не сможет... Да, Свейн тратит телепорт. Смотри, все. Импакт выбил свой спел. И теперь он может наглеть. Говорить Метиусу: чувак, не бойся, я тебя прикрою. Нету у Свейна телепорта. Свейн теперь не так страшен. А Свейн, кстати говоря, посмотрите, какой билд пошел. Обычно его просто через Руа собирает. Он пошел еще и в каплю плюс Руа. Ну, скорее всего, Руа будет. Ну, как раз то, о чем я говорил, жесткий лейт-гейм собирать будут. Ух, как тут Джинсон дамажит Нинджу. Нинджа только за счет щитка и не теряет урон. Метиус вроде выдерживает по фам. Расставил варды в чужом лесу. Но там пинг Проксин поставил. Тут же выбил этот вард. Ну, правда, Cloud9 еще один пинг нашли. У Cloud9 месяц, ой, не месяц, а турнир задался, мне кажется, лучше, чем, конечно, прошлый. Однозначно сейчас они действительно могут бороться за топ-2, топ-3. На топ-1 они не тянут. Хотя в интервью они говорили, что их основная цель, конечно же, занять первое место в этой группе. Учитывая, ну, что нет суперлидеров, есть только TSM, а с ними можно бороться, так сказать. Они сейчас, конечно же, почти безошибочно играют, но с ними действительно можно бороться. И подождите, тут Метиус выходит на 5-м левеле на ганка. Подкидывание с флеша по Нинджи. Нинджи дает W. Дженсен с флеша дает свою ульту. И это минус. Нинджа минус карма. И ничего поделать с этим не могут Envy. First Blood уходит Дженсену. И это учитывая, что у Дженсена была капля. Айтем, который никакого давления не может оказывать на линии, это очень хороший ход. И не забываем, что Шен все еще есть телепорт у Гамма на Cloud9, поэтому они резко смещают сюда к Ашовской ульте левел 6. И пфф,
вынужден уходить из-под башни. Так, ниндзя делает телепорт. А, он на линию делает телепорт. Вынужден он уходить из-под линии. Можно делать даже Tower Dive, но решает Cloud9, что оно того не стоит. Просто, понимаете, даже не обязательно, чтобы Шен прилетел. От него только щиток нужен. То есть он может в наглую под лицом у Сирата нажимать свою ульту, спасая кого-то. Сират ему будет сбивать эту ульту, но Шен не умрет, там он оттаунтится и убежит. Ну, правда, хп потеряет. Но Клауд9 все равно заденайли какой-то пак мобцов. Так или иначе, я вижу, только Метиус проигрывает сейчас по фарму. Ну, вот он это решил сейчас немножко пофармиться. Ниндзя получил, кстати, синий баф, и у него нету флеша, и походу будет сейчас Аша пытаться попасть ультой. Выбил вард Метиус, пошла ульта, и ниндзя уворачивается от нее. Метиус выбить-то вард выбил, но он по-другому варду пробежал, и это немножко спугнуло ниндзю, и Cloud9 не попали эту ульту, к сожалению. Ну, не страшно. У Кассиопеи была ульта своя, чтобы сразу зафаловить Ашовскую. Ну и вернулись на линию. Плюс, конечно же, информация. Ух ты, как он тележку не дает заласхитить Сники. И добился своего. Сники начал проигрывать по фарму. Хотя он и так проигрывал по фарму. Он тут как раз из-за того, что такое небольшое давление оказал Метиус тогда. Дженсен 91 фарм. Кстати говоря, рекордсмен этого сезона по фарму. И рекордсмен этого сезона по киллам. На втором месте идет Сники. На первом Дженсен, у него 98 киллов, у Сники 96 киллов. А ближайший к ним идет 82, по-моему, килла Double Lift, если я не ошибаюсь. Ну, очень далеко там отстают остальные игроки команды Cloud9. По количеству ассиста Метиус идет на первом месте среди джанглеров, а саппорты команды Cloud9, к сожалению, не могут поучаствовать в ассист-войне, потому что они играют, ну, по очереди, и поэтому получается, что играет не один игрок, а несколько. Но Метиус, даже находясь среди, просто вот постоянно играет только джанглером, у него 144 ассиста, на первом месте 175 ассистов у кого, слушайте, ник-то забыл парня, ник. Как же тебя зовут-то? У Имморталов, который, короче. Адриан, во, я вспомнил. У Адриана, у него самое первое место. А дальше идет этот новый игрок. Команда TSM Support. Вот он на втором месте по ассистам идет. Ну, так первый круг, можно сказать, проходит. Можно обратить внимание и потом сравнивать, как второй круг пройдет. Потому что для многих команд это очень важно. Они после первого круга должны определиться, кто на что способен, кто на что гораст. И Cloud9, как я говорю, способны бороться за топ-2, топ-3, и им нужно это место, чтобы Метеус начинает сражаться с Проксином. Вот оно, отсутствие 300 хп, обратите внимание, как больно. Он не мог давать автоатаки, он не мог сражаться. Ничего не мог здесь Проксин сейчас противопоставить Метиусу, потому что нет этих 300 хп. Даже ботинки купил себе берсерки. Это очень плохо. Я против этого билда полностью. Все же Грейвс немножко не солокушный чемпион. Если у Киндредки действительно есть три варианта, один из которых 300 хп, другой через Фервора, а третий вообще вариант, можно тоже через Тандерлорд играть, то здесь ты все же, мне кажется, только один билд можешь преподносить. Это через 300 хп. Импакт потерял немножко хп, возвращается на телепорте прям в наглую на линию с Сиратом сражаться. Ну, Сират снова ультанул в него, снова начинает снимать ему хп. А Метиус не увидел, как Проксин здесь бегает, и будет, походу, Метиус устраивать ганг. Через Ешку пошел, таунт попадает, подкидывание Сирата, большие проблемы, потому что он сможет дать только поле, но оба игрока команды Cloud9 слэшиваются от этого поля. Сират все еще выхиливается, хоть он ворона и не поставил, но Шен плюс Риксайка, конечно, не обладает дэмэджем, чтобы убивать Свейна, и получилось так, что Cloud9 потеряли два флеша за один флеш Сирата, не сам. Самый выгодный размен. Ну, недооценили они сустейн Сирата. Два Санфайра не убивают его. Два Синдерхалка, точнее. Но, с другой стороны, они его с линии прогнали. Нет, не прогнали. Он, кстати, остается все еще там. Метиус, кстати, увидел, что синий, ой, красный баф делает сейчас Проксин. И пойдет ли Метиус ему мешать?
Нет, не пошел Метью смешать. Он то ли не понял этого момента, он то ли что, не совсем я осознал. Метиус минус 300 голды идет. Остальные игроки команды Cloud9 выигрывают, кроме саппорта. Видимо, Смути стоит очень много за спиной у Сники и просто пытается через хил играть. Потому что обычно голдер синий, ну, в сулаку он точно уходит вперед от любого голдера. Но синий голдер держится наравне с зеленым, даже вот на ЛКС уровне. Здесь же он жестко отстает, посмотрите, почти 500 голды уже отстает, 23 фарма забрал Хакука, это как раз ласт-хит под вышкой для лода. Ну, 1-0, Cloud9 по деньгам пока проигрывает, но это так. Рексайка ультует, Дженсен тоже сюда прилетает, и как будто Cloud9 собирается делать тавердайв, но есть у Кармы телепорт, нет у него телепорта, извините. Да, и Cloud9, по-моему, потеряет просто Дрейка на этой неудачной ротации наверх. Аша пускает Ворона, и нет ничего. Никакого ласт-хита. Сники W здесь не сработало. Ну, Envy сыграли хорошо. Где-то спалился Метиус, либо это из-за Кассиопеи произошло. Ну, и сейчас Сират будет очень аккуратненько стоять, конечно же. Теперь ему точно нет смысла бить Шену лицом. Пусть Шен там фармится как может. А Метиус, кстати, весь красный лес провардил и будет ждать возможности как-то отомстить Сирату, у которого все еще нет флеша. Но проблема в том, что у Cloud9 и дэмэджа-то там нет. Пошел таунт. После таунта идет подкидывание Метиуса. Много урона. Только потом ультует Сират. Очень поздная ульта, ребят. Не среагировал Сират. Вот оно. Как бы нехваточка Вижена. Не было у него в трейбуше варда. То, что на него Шен напрыгнул, для него ничего не сказал. Он не успел нажать R. После этого сразу же пошло подкидывание Метиуса. Крауд-контрол очень долгий. И Сникки здесь, походу, будет сейчас по Кассиопее работать. Ну, с Кассиопее работать. Нет, ничего сверхъестественного. Просто посмотрите на Ninja билд. Любопытно. Но он собрал чашку. Чашку мы давненько, конечно, не видели. Я в Солку пробовал чашку собирать для Велкоза. Мне это понравилось. Танков довольно тяжело убивать, потому что ты оттягиваешь себе серьезный дэмэдж. А без Морелки ты не можешь резать их отхил, потому что у большинства брузеров есть свой собственный отхил. Там тот же самый Грагас, Рексайка, Шен. Но если нет прям вот вообще жестких танков, ну, здесь вот, я считаю, это плохой билд для Нинджи, уже объяснил я причину. Ну, так вот, если нету прям жестких танков, то чашку можно собирать, она действительно рабочая. Метеос собирается делать ганг по Нинджи, но уже очень тяжело гангать, конечно же. Воу, как много урона. Такое впечатление, что у нее и нет Магреза. Дженсен ее просто развоплотил. И мне кажется, даже он сам немножко удивился тому, насколько много урона у него против Нинджи есть. И Кассиопея, посмотрите, просто хиляется на ура после пару кушек. Поэтому, конечно, чемпион шикарен. Получил кушку в лицо. Бах-бах-бах, и за счет фангов своих уже вылечился. И с фулл хп снова стоишь на линии, можно снова харасить. 185 фарма у Дженсена на 17-й минуте. Какие-то нереальные числа показывает он. И собрал Морелку. Резать отхил всем чемпионам команды Нави. Не Нави, Envy. Envy, конечно же. Но ему тяжело подпушить, конечно, под линию Нинджи, потому что Нинджи 24 секунды у него там КД на ульту, он может кидать ее как раз на каждый вейв со спины и двумя кушками разбирается с передними мапсами. Задних он... Ой-ой-ой, у Проксина большие проблемы, но он тут же через Ешечку убегает через стенку и оставляет Метиусу подарок. И Cloud9, возможно, решает сейчас забрать Рив Геральда. Хотя это немножко может быть рискованно. Да, вот Шен стоит, такой думает, а будем мы это делать или нет? Нет, смещается все же. Надо, чтобы Кассиопей подпушила теперь Карму. И тоже сместилась сюда. Да, так и есть. Ну что ж, Грейс, наверное, догадался. Стоит пинг через стенку. Это единственное, чем он может похвастаться. И будет пытаться через ульту это добить. Сейчас очень важно
Нет, он перепрыгивает, будет просто добивать. Смайт войну выигрывает Метеус, переключается на Проксин, пытается убить Кассиопея. По Сирату наносит огромное количество урона, и это минус Сират. Подкидывание не получается, промахнулся Метеус, пошла ульта, попадает в Проксина. Это 3,5 секунды стана, но хватило и полсекунды, потому что импакт. Еще один таунт прописал и убил. Тем временем Cloud9 потеряли на ботлейне вышку, но они абсолютно довольны исходом, потому что сломает вышку на миде и, скорее всего, на топе. Нет, просто на миде сломали и смещается вниз мстить тем, кто... Да, да, они не будут ломать Envy вышку. Все, они просто нажимают рекол, заденайли мопцов и просто жмут рекол. Ну, тогда нечего делать. 4-0. Ну, команда Envy, я говорю, крепкий орешек. Эти ребята ничем не выделяются из общей массы сильных команд. У нас сейчас получается три сильных команды, ну, помимо Envy, на американском ЛКС. Это TSM, абсолютные лидеры, Immortals, лидеры прошлого сезона в этом, немножко страдающие от шауткола и, конечно, наверное, это можно еще сказать, немножко страдающие и от меты. Безусловно, Cloud9, которые после буткемпа в Корее, ну, совершенно новыми красками заиграли, ну и поменяли двух игроков, избавились от Раша, который, если что, от него избавилась и команда Challenger. Я не знаю, куда Rush отправится, все еще ли он в Cloud9 сидит там, или бы он уже уехал в Корею, но за место него сейчас играет другой игрок в команде Challenger, потому что он даже там умудрился плохо отыграть, ну и, видимо, с ним все, ребят, видимо. Ну, посмотрим. Желаем ему удачи. А что касается третьей команды, которую я не назвал, Liquid, они вернулись. Начало сезона был полный провал. Почему-то Дардоша, какие-то конфликты с ним были или что? Почему его не взяли в основу? Какой-то кусок говна там и в джунгли запустили вместо него. Кто там, Мув бегал, да? Я вот не помню. Ну, какой-то бесполезный вообще джанглер. Он и в лучшие-то свои годы плохо играл. А Дардоша зачем-то во второй клуб, фарм-клуб его спустили. Ну, понятное дело, что Дардош там отыграл шикарно. Ну, тогда его решили вернуть в основу. Но в основе все равно что-то не получалось. В итоге они решили и выкинуть еще Пиглета. Выкинули Пиглета, взяли Фаби. И после него команда не проиграла еще ни одной игры. Они 3 бестов, 3 подряд выиграли. А, причем отдали всего одну карту. Они 6-1 сыграли. Вот такой вот результат. Любопытно. И есть что посмотреть. Фаби, новые хадекери, если я не назвал, я просто что-то не обратил внимания, сказал это или нет. А, парень из Челленджера... Был, по-моему, на ЛКС, на заменах там пару раз где-то. Кстати, по-моему, у той же самой команды Team Liquid. Ну, вот это вот, ну и Envy, это вот топ-4 нынешний. CLG, к сожалению, из него выпали, даже близко тут не находится. Те команды, которые по результату в начале этого сплита вроде держались хорошо, сейчас повстречались они и с Immortals, и с Cloud9, и с теми же самыми Envy, и было явно видно, ну что, ну не того уровня, не того поля ягодка. Очень, конечно, мне хотелось бы, чтобы Эхо Фокса еще как-то подтянулись, но на одном Фрогене выехать очень сложно. Второго Дрейка команда Cloud9 отдает Envy, потому что застряли на топе, чтобы сломать вышку. Не страшно, обмен не такой уж страшный, скажем прямо. Дрейк, потому что бесполезный, скажем прямо. Ну и я так понимаю, у Cloud9 то ли тренера идеи это, то ли шауткуллеров идеи это, то ли лично Метеуса. Они очень любят отдавать драконов, вот серьезно. Они сражаются, конечно же, за единственного дракона, это Инфернал, за него сражаются... И делают свапы, лишь бы его они забрали первыми. Но вот когда всякие мусорные драконы, вот там ветреные, каменные, за Оушена, кстати, тоже еще сражаются. Но это связано с тем, каких чемпионов играет Дженсен. Он играет обычно тех, кому Оушен-то дико хорошо заходит. Ну, видимо, я думаю, это все же тренерская задумка. Риппер вот сказал, что эти два Дрейка отстой полнейший. Каменный дракон, он типа только в лейте тащит, ну и какой от него толк, если мы потеряем контроль на карте. Ой-ой-ой, я думал, сейчас война начнется, потому что Рексайка ультанула, но она ультанула не сюда, она ультанула просто к миду поближе.
4-0. Cloud9 не рашит ничего. Играют очень уверенно. Но они знают, что у них два очень жестких лейт-гейм чемпиона есть. А именно Шен плюс Кассиопея. Я не знаю, как против вот такой камбы сражаться. Тем более оппоненты показали, насколько слаб сейчас у них Проксин. И проблема Cloud9, в общем-то, заключается только в Сирате. Но Кассиопея убивает Свейна. Нинджа это вообще бесполезно, это реально мертвый груз какой-то. О, для Лода есть только щиток от Нинджи, ну, для Люцана. Ну, Люцан не сможет сол. Ну, вот сейчас вот можно было бы посмотреть на это сражение, если бы Дженсен изначально был на этой линии, а не так, что он пришел, ему надо фармиться. Ух ты, какое тут голосование, 84%. Будет ли Метиус нырять в нору? Нет, не ныряет в нору. Метиус отдает Cloud9 эту вышку. По вышкам счет стал 2-2. Ну и видите, по деньгам не такое уж большое преимущество сразу Cloud9. Только созданное на киллах. А какой у нас следующий Cloud Drake? Еще один бегун. Еще один бегун-дракон. Скорее всего, попытается Cloud9 обменять этого Дрейка на Нашора. Ну или если совсем он будет бесплатно стоять, бесхозно, тогда они его заберут. Нинджа. Где он? Он не здесь. А что они там про нинджу говорят? Я думал, он телепорт нажал или что-то в этом роде. Нинджа у нас пошел чашка. И так как он понимает, что с чашкой от него нет никакого урона, из-за этого он был вынужден собирать Рабадон, чтобы хоть как-то усилить свой урон. Сейчас, скорее всего, он собирать будет Void Staff, потому что два игрока команды Cloud9, которых... в которых как бы он будет кидать спеллы, они уже скоро Магресс соберут. Один уже собрал Магресс. Метиус после Deadman's Plate начнет собирать себе Магресс. Кстати, тоже будет Spirit Visage. Да, я сейчас так вот думаю. Cloud9, конечно, жесткая тим-комбо получается. Есть ярко выраженный АДшник, которого может спасти Шен, если что. Есть ярко выраженный АПшник, АУЕшник, которого, если что, может спасти тоже Шен. Есть два танка, которые играют через перетвизажи. И есть саппорт, который ну, является саппортом так и так, но помимо всего прочего, у него есть еще хил встроенный. И, кстати, крауд-контрол не такой уж и плохой. Единственная проблема Нами, конечно же, это ее ульта контрится одним лишь спеллом Хакука. Браун может поставить свой щит, и вся ульта Нами пропадает. Там надо очень внимательно за этим следить. Что тратит Браум? Если у Браума нет щита, а он его потратил только что, то можно за Нами кидать свою ульту, и все будет отлично. Но так, конечно, Сники будет получать дополнительное усиление автоатаки, хотя всего три автоатаки, к сожалению. Это вам не Лулу. Лулу все же лучше работает с Ашой, если так посудить. Ну, Лулу вообще со всеми адекерри лучше работает, так что это не принципиально. Ну, так, на три автоатаки... Дополнение для Сники заходит на ура, и как итог, а там у нас Шен что, зонит или что? Почему он так долго не может ту вышку сломать? Ну, посиделки начались возле Нашора, но они такие, Cloud9 контролирует вроде все, и ждут, пока Шен что-нибудь натворит. Дженсен получил синий баф. Да, и Свейн смещается вниз к Шену, есть у обоих телепорты. Надеюсь, в этой игре будет получше использование Шена. Была одна игра, команда Cloud9 в мидгейме выиграла, можно сказать, без Шена даже эту игру. Так что забрал импакт вышку, Сират не успел ему помешать. И Cloud9, может быть, здесь что-то организует. Очень четко так сгруппировались. Да, пошла ульта, попала в Лода. Метиус не успевает добраться. Вот она, ульта Нами, не самая хорошая. Но Хакука все равно убивает. И Шен прилетает, дает таун по двум игрокам. И это все игроки попадали. А Свейн... А, ему некуда было лететь, никто даже вард не поставил его. Б, он не мог сразу прилететь. Шента прилетает в тимфайт, он же прилетает на Рексайке, на ее спине. Ну, а ульта Смути, как я сказал, вот она в Браума вошла не очень удачно. Но Браума все равно это подкидывает, так что... Ну что ж, 7-0. И на шорт 27-я минута. Дженсен не хочет реколиться, видимо, ему нечего купить. Давайте посмотрим еще раз. Очень сгруппировались по-тупому Envy. Нельзя так группироваться, конечно же, против Аши. Если убегать, то точно не вот так вот, как они убегали. Они бежали типа к Свейну, но только ограничили свою возможность побега.
И вот он, Шен прилетает. Смотрите, прилетает Шен. Флэш таунт. Сразу минус 2 игрока. То, что Лот делает, он просто весь проказ дал по метью свою Шену. Ну, тут не рабочая схема. Мне кажется, Envy немножко с пиком здесь зафейлили. Грейвс выключен из игры. Был полностью. Он никакой охоты за синие бафы не устроил. Ну, это, наверное, даже связано с тем, что просто Метеус намного лучше него играет в лесу. Не зря я уже называл, что Метеус в топ-то точно 2 попадает. Если он не лучший джанглер, то в топ-2 точно попадает Метеус. Ну, на первом борется Свен Скерин. И вот Дардоша, я вот его игры в этом сезоне меня пока не впечатляли, но они не впечатляли, когда он был с Пиглетом, а вот те матчи, которые они сейчас выигрывали, я как раз их пропускал, не смотрел. Но Дардош вроде там тоже убивал. То есть Дардош вроде не теряется в этом сезоне, так что топ-3 джанглера остался прежним относительно прошлого сезона. Ну, кроме Метеуса, его не было в прошлом сезоне. Тогда был Раш, но Раш начал концовочку проваливать очень жестко, и как итог, его провал привел к катастрофе команды Cloud9, которая не смогла в плей-оффе никак хорошо себя провести. Проксина ловят, это минус Проксин. Аша получает килл, Аша попала, Аша забрала. И у Шена есть ульта, и если что, можно даже таур давить. Напоминаю, что Cloud9 все еще с Нашором. Не забрали даже Cloud9 Дрейка, как я объяснял. Дженсон делает флеш ульту по Лоду. Лоду не уйти отсюда, потому что он попал в поле Ешки ее. Но на развороте нет, на развороте ничего не будет. Шен не попадает таунтом. Без ХП осталась команда Envy. И надо просто сейчас отступать. Забрали ингибитор. И, возможно, на обратном пути нет. Cloud9 видит, что у них еще есть 30, а то и больше времени. С Нашором можно еще топ сломать, лес почистить, варды тут почистить, если есть что. Импак отпуливает мопцов. Ломает Cloud9 вышку на топе. И, наверное, после этого только будет уходить. Импак здесь немножечко, может быть, переигрывает. Нет, все нормально. И вот сейчас, пока быстрый рекол есть, можно реколиться. Ну, импакт может, кстати, оставаться, если ему нечего купить. Потому что определенно реколиться ни зачем, нет никакого смысла. Он продает Даран и приближается к Га. Ну, Метеус, как я говорил, спирит визаж. Ну, третий дрейк для команды Envy. Если бы этот дрейк был стоящий, тогда можно было еще о чем-то подумать. А так он не демеджа, ничего не добавляет. Да, нет, не получится они даже третьего дрейка. Cloud9 уже сюда пришли и прогнали их просто тем, что они сюда пришли. Метеус забирает. Кстати, по КДА команда Cloud9 тоже на первом месте находится. В топ-5 три игрока команды Cloud9 находятся. Смути, Банифуфу. А нет, а 4, тогда все правильно. Потому что Смути и Банифуф, они вместе находятся там. Они как раз топ-5 и топ-4 по КДА. Ну, они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус Нинджа. Но нет, тут это просто издевательство. И Смути ультой его добирает. А вот что со Свейном происходит, когда в тебя стреляет Аша, а Кассиопея тебе режет от хил, ребят, с Морелкой. Ну, а я про КДА скажу. На первом месте среди джанглеров Метеус находится. Вообще он занимает третье место в табеле рангов. Второе место занимает Лод. Вот этот вот парень, которого таунтят и пытается убить команда Cloud9. Немножко портит ему КДА. А на первом месте идет Снеки. У него 8.9 КДА. Ну, кстати, Лот только один раз умер в этой игре, так что он не сильно КДА себе подпортит. Ну, а Сники только увеличил. Но, правда, Дженсон увеличил от него отрыв по киллам. Ну, ничего, они по очереди делают киллы. Кстати, там говоря, в последнем файте у Сники уже был экзекьюшенер, так что ему даже не нужна была Кассиопея, он сам Свейна готов был убивать. Ну что ж, Cloud9 хотят 2-0 сделать, судя по первой игре. Хотят уверенно разбить Envy, и завтра, если Envy проиграет еще TSM, то Cloud9 займут второе место после первого круга. Посмотрим. Чешка для люксы хорошо заходит, и для кармы, хил от щитков для союзников. Это, конечно, все круто, но ты видел, какая она полезная зато. Очень полезная. Ладно, у нас перерыв.